В настоящее время проведены гидроиспытания на самом большом куске теплотрассы города, к которому подключены 2, 4, 6 и 5 микрорайоны. По результатам испытаний выявлено 8 дефектов, в том числе 2 на крупных узлах в районе дома 43 в 6 микрорайоне и около центра информации «Нейтрино». Ремонтные работы ведутся согласно графику. Мы планируем восстановить полноценную циркуляцию объектов 2, 4 и 6 микрорайона к 22 июня. Это соответствует графику. Ну и, конечно, мы прикладываем усилия, привлекаем дополнительные ресурсы людей и специальную технику для того, чтобы постараться завершить эту работу пораньше. Но, разумеется, без нарушения каких-то регламентных требований к проведению подобного рода работ. Чем больше мы сегодня поймем, где у нас возможны проблемы, тем больше мы этих проблем устраним. Поэтому все выявленные дефекты, очень хорошо, что сегодня они нами обнаружены в начале летнего сезона. У нас есть ремонтная компания и позволит нам в полной готовности прийти к зиме. Теплосети нашего города прошли солидный срок эксплуатации и при ремонте требуют особенного внимания и затрат. От качества выполнения работ зависит, насколько бесперебойно десногорцы будут получать горячую воду в зимнее время.